В библиотеке имени Горького состоялось подведение итогов 12-го всероссийского конкурса творческих проектов учащихся студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». С каждым годом в нем принимают участие все больше ребят из Твери и области. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. На конкурс предоставляются работы о семейных реликвиях близких и дальних родственников, известных исторических личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях передаются из поколения в поколение памятные фамильные ценности и традиции. Работы конкурсантов были в нескольких форматах – литературное сочинение и мультимедийный ролик. Региональное жюри отобрало 11 финалистов от Тверской области. Мы направили эти работы в Москву. И центральное жюри определило 4 победителей от Тверской области. То есть из всего 27 победителей по России в целом, то 4 наших, тверских. Вот это хороший результат. Ребята написали прекрасные работы. Они писали о своих дедушках, бабушках, прабабушках, прадедушках, об участниках Великой Отечественной войны, об участниках других войн, конфликтов, о блокадниках, о тружениках тыла. Цель конкурса – повышение роли семейных духовных ценностей и традиций в патриотическом и нравственном воспитании молодежи, повышение интереса подрастающих поколений к истории Отечества. Мы открыто, уверенно говорим о сохранении духовно-нравственных ценностей в нашем российском обществе. И ценности эти основаны именно на глубоких традициях. Победители и их наставники были награждены памятными призами. Лучшие работы финалистов будут номинированы на национальную премию «Семейная реликвия». Всероссийский конкурс проводится при поддержке общественной организации «Офицерский клуб», Российский союз ветеранов, Музея Победы, а также на региональном уровне Министерства семейной и демографической политики и Министерства образования.